Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Про Цветок». С вами Анастасия Гулис. Наверняка во многих из вас волнует тема красоты и здоровья. А здоровье и красота — они всегда помогают нам по жизни, и поэтому а, я рекомендую выращивать некоторые лекарственные растения на своем участке, чтобы всегда их иметь в своем арсенале. Не всегда можно приобрести проверенное сырье в аптеке. Не всегда вы можете заготовить достаточное количество растений в природе. Тем более, что не всегда их происхождение будет безупречным и соответствующим именно лечебным целям. Поэтому есть некоторые растения, которые всегда стоит выращивать у себя на участке. Это не потребует от вас многих усилий и каких-то сильных затрат. Прежде всего, хотелось бы обратить ваше внимание на растения, которые чаще всего используются для снятия раздражения кожи, для лечения акне, для удаления различных высыпаний с кожи. Среди них такие популярные и известные лекарственные растения, как календула лекарственная заготавливают цветки этого растения, заготавливают их в момент распускания, высушивают в тени и сохраняют в сухом прохладном месте. Еще одно растение, которое также легко вырастить и которое поможет нам в этих целях, ромашка лекарственная. Противовоспалительного действия ромашка обладает легким тонизирующим эффектом и ее можно использовать для того, чтобы ополаскивать волосы, чтобы придать им блеск и легкий золотистый оттенок. Если же вы хотите окрасить э, свои волосы в более темный оттенок, если вы хотите наоборот пригасить рыжину, которая появляется летом часто, то вам стоит выращивать такое растение, как шалфей мускатный. Это растение также обладает противовоспалительным и антибактериальным действием, и оно также применяется в качестве лосьонов для лечения проблемной кожи. Но отвар вот этого растения он при регулярном применении способен придавать волосам более темный и такой благородный каштановый оттенок. Кроме того, это растение ну, достаточно уникальное, его стоит всегда иметь на грядке женщинам, которые вступили в пору зрелости, поскольку вещества, которые содержатся в шалфее мускатном, способны стимулировать выработку эстрогеноподобных соединений, которые, в общем-то, в некотором роде заменяют гормонозаместительную терапию. Если вам такая гормонзаместительная терапия не показана, но есть определенные патологические изменения, то, конечно, это растение найдет свое место на вашем участке. Помните только, что в отличие от других многих видов шалфея, это растение двулетнее. И в первый год жизни оно образует розетку листьев, а на второй год оно цветет, и мы собираем либо семена, либо собираем траву в момент цветения. Еще одним видом шалфея, который отличается великолепными антибактериальными Свойствами и также применяется для лечения проблемной кожи является шалфей лекарственный. Ну, это растение, сам Бог велел иметь в саду. Этот многолетник отличается не только лекарственными свойствами, но очень декоративен. Вы можете высадить его по краю грядок, как бордюр, и э, на протяжении всего лета заготавливать отдельные листья, либо заготавливать полностью, срезая практически, оставляя небольшие пенечки, траву в момент массового цветения этого растения. Лекарственные свойства, сырье высушенное, как ромашки, как календулы как и различных видов шалфея, сохраняет не более двух лет. Но вообще, конечно, желательно каждый год собирать свежее сырье и хранить его в сухом прохладном месте, в месте, недоступном для различных вредителей, таким как моль или хлебные вредители. Вообще я такие вещи храню обычно в стеклянных банках, с хорошо притертой крышкой, но для этого растение должно быть хорошо высушено предварительно. Очень часто э, на даче мы сталкиваемся с солнечными ожогами и естественно они проявляются на нашем лице в виде пигментных пятен, в виде веснушек и не всегда нам хотелось бы иметь такие следы солнца на своем лице. Для того, чтобы безопасно и эффективно удалить такие пигментные пятна, можно применять Траву петрушки обыкновенной или кучерявой используется как свежая трава, которую мы растираем и наносим на лицо в виде маски, либо используется замороженный отвар петрушки в виде ледяных кубиков, которыми можно протирать лицо по мере необходимости в зимнее время. Еще одно растение, которое способно бороться эффективно с пигментными пятнами, является кориандр. Это растение семейства зонтичных, как и петрушка, богато различными эфирными маслами и противооксидантными веществами. Именно эти вещества способствуют тому, что мы избавляемся вот от этих пигментных пятен у кориандра. И в качестве лекарственного сырья применяется семя. Вот то самое семя, которым посыпают бородинский хлеб, если его тщательно растереть и заварить кипяточком, из него можно делать примочки, которые также при регулярном применении способны уменьшить проявление пигментных пятен. Очень ценным лекарственным растением, которое всегда стоит иметь в саду, поскольку это растение является у нас краснокнижным, и собирать его, заготавливать в лесах нежелательно является орника горная. Вообще на самом деле это растение издавна используется в медицине. Его цветки, именно заготавливают чаще всего цветки, корзинки в момент начала цветения, используются во всех сферах красоты. Кроме того, что это растение применяют для э, ополаскивания волос добавляют его в лечебную косметику в шампуни маски, бальзамы для того чтобы предотвратить выпадение волос, а также э, уменьшить перхоти образование. Э, это растение, имеет ну, такие внятно выраженные лекарственные свойства, которые наверняка оценит большинство женщин, которые столкнулись с проблемой варикоза. Настойка, либо спиртовое извлечение из арнейки горной, оно достаточно эффективно борется с проявлением венозной недостаточности. Поэтому э, компрессы, которые накладываются на э, ваши синяки, на ваши венки воспаленные, на ночь из вот именно спиртовой настойки арнейки горной а при регулярном применении они снижают как болевой вот этот эффект, также они снижают и степень отека. Ну, естественно, когда мы чувствуем себя хорошо, мы чувствуем себя и более красивыми. Но кроме того, это растение очень важно на даче иметь потому что э, как корзинки цветочные, так и все растения целиком содержат вещества, которые являются достаточно эффективным обезболивающим. И если вы плохо переносите такое популярное лекарственное средство, как диклофинак, который чаще всего используется именно для лечения суставных болей при остеоартрозе, при... Э, повреждения суставов каких-то, при растяжениях, то вы наверняка сталкивались с тем, что у вас возникают побочные эффекты, касающиеся работы желудочно-кишечного тракта, воспаляется печень. То есть, ну, само по себе это достаточно небезопасное средство. Но боль терпеть тоже, конечно, не стоит. И в этом нам может помочь спиртовая настойка орники горной. Поэтому рекомендую один раз посадить этот прекрасный многолетник у себя в саду. Кроме того, что это растение лекарственное, оно очень декоративно, оно очень красиво цветет. Поэтому я думаю, что вы не пожалеете. Растение это нуждается в таких суховатых почвах и может выращиваться на достаточно неплодородных таких участках, без потери лекарственных свойств и декоративности своей. Еще одно популярное растение лекарственное из семейства сложноцветное – это эхиноцея пурпурная. Но наверняка вы все сталкивались с ней, и выращивали либо как декоративное растение, либо покупали ее настойку в аптеках. Но на самом деле совсем не обязательно покупать эту настойку в аптеках. Вырастить это растение проще простого. Оно легко размножается посевом семян. Имея свою собственность, первоначально в качестве лекарственного сырья использовались только корни с корневищами, поскольку они содержат больше действующих веществ. Но впоследствии было обнаружено, что в принципе вся трава, эхиноцея пурпурной содержит достаточное количество вот этих действующих веществ, которые можно использовать для приготовления спиртовой настойки либо отваров. Но чаще, конечно, используется именно спиртовая настойка эхиноцея пурпурной. Заготавливают траву путем скашивания или срезания в момент ее цветения, начала ее полного цветения. Это растение применяется как противовоспалительная, так используют ее для того, чтобы придать блеск и густоту волосам. Она частично предотвращает выпадение волос. Индейцы Северной Америки натирали этим растением гривы своим лошадям и шерсть для того, чтобы придать им особый блеск. Поэтому обязательно посадите у себя в саду эхинацею пурпурную, тем более, что это растение неприхотливая и быстрорастущая. Но, конечно, с возрастом мы все теряем свою свежесть, и нам хочется продлить момент красоты до наступления полного увядания. Поэтому на грядке каждой уважающей себя дачницы должно расти такое растение, как душица обыкновенная. Это растение, кроме своих противовоспалительных, антибикробных свойств, известно тем, что оно способно стимулировать выработку эстроген подобных веществ и, соответственно, продлевать нашу гормональную молодость и при этом молодость кожи, кожи, костей. То есть доказано, что применение средств лекарственных с содержанием душицы обыкновенной, оно заметно отдаляет наступление проявлений остеопороза выраженных. Из подобных растений вы можете выращивать такое растение, как клевер луговой или обычный красный клевер. Конечно, вы можете пойти и заготовить его где-то на лугу, но никто не гарантирует, что вы его соберете в месте, которое не обрабатывалось какими-то инсектицидами, пестицидами и является полностью безопасным. А поэтому небольшой участок красного клевера вы можете посадить у себя в саду и своевременно скашивать. В качестве лекарственного сырья используются соцветия клевера. Также среди других растений семейства бобовые есть еще одно очень ценное для женщин в период зрелости растение, которое называется солодка голая. В аптечной сети оно часто известно как лакрица. Вы наверняка слышали это название и часто сталкивались с ним. Может быть, даже и пробовали лакрицу. Да, вкус у нее достаточно своеобразный, не очень он приятный. Из нее часто делают леденцы постилки. В качестве лекарственного сырья используется корневище. Это многолетнее растение, которое растет очень активно, размножается ползучими подземными корневищами либо семенами. Поэтому при выкопке небольшого количества корневищ вы, в общем-то, не теряете продуктивности своего насаждения. Ну и, кроме того, солодка достаточно симпатично цветет такими яркими синими цветами. Ну а для маленьких обитателей дачи, для детей, всегда стоит иметь на грядке такие лекарственные растения, как череда трехраздельная. Кто-то может сказать, о, еще этот сорняк выращивать. Действительно, это растение сорное. Оно обильно растет по заболоченным сырым местам и способно распространяться своими цепкими собачками, семенами на долгие, на большие расстояния вот когда надо, вы и не всегда можете найти это растение. А вырастить на своем участке его проще простого. Это растение полезно тем, что оно снижает проявление аллергии и различных иммунных ответов, таких как псориаз, экзема, если регулярно принимать ванночки либо примочки из отвара этого растения. Ну, наверняка кто-то может быть даже в детстве купал своих детей в отваре череды, либо их мамы купали в этом. Поэтому э, рекомендую вырастить это растение для того, чтобы всегда иметь свои аптечки. Заготавливается трава э, в период начала цветения, когда распускается соцветие на верхней трети растения. В этот момент вот, можно полностью убирать растение высушивается оно в сухом прохладном месте и обмолачивается, то есть удаляются грубые стебли, а остаются только листья и цветки, которые мы используем для приготовления отваров. Еще одно очень полезное и прекрасное растение для лечения таких вот экзоматических, аллергических реакций – это виола. Трава фиалки трехцветной, она достаточно часто раньше встречалась в аптеке. В последнее время место ее заготовки практически не осталось, поскольку это был такой полевой сорняк, который заготавливали именно на полях. Сейчас, когда наши поля практически везде обрабатываются гербицидами для борьбы с сорняками, Фиалка трехцветная практически пропала из этих мест обитания. Поэтому проще найти семена этого растения и вырастить у себя на участке. Это растение прекрасно еще тем, что его можно применять не только наружно, как череду, но и использовать в качестве лекарственного чая, если у вас очень сильное проявление псориаза либо экземы. Регулярно заваривая чай из столовой ложки травы, на, две, на два стакана кипяточка и пропивая вот такой отвар в течение дня на протяжении двух-трех недель, можно достаточно на долгое время избавиться вот именно от этих бляшек и экзематических раздражений кожи. Надеюсь, что это видео будет полезно для вас. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. you